Ребята, вы знаете, вот в последние дни в хайпостеле так пусто. Здесь никого нет, здесь никого нет. И там, в принципе, тоже никого нет, здесь тоже нет. Я вот думаю, сдавать ее. Хотите снять хайпостел? Ребят, есть такая хрень очень вкусная. Короче, она меняет полностью всю вашу жизнь. Называется десерт королевский. Вот вы ставите ее и охреневаете, как это вкусно. У вас в квартире пахнет, как я не знаю. Ребята, это тот, с кем я сплю. Волчара позорный. Чё разлёгся тот, а? Чё разлёгся? Переспал, да, со мной. Ну, ты мой хорошенький. Там бонусы, конечно же, мы живём втроём вообще. Спим. Чё, как дела, моя бабка? А? Какая-то ты... как бабка. Иди нахуй. Светские лайфхаки специально для вас. Женская бытовая химия очень круто работает на мужчинах. И вот эти вот ДАВ крема для подмышек охренительные просто. Это сохранит вашу вагиську пипиську свежей, а это просто ваниль. Намажьтесь ей. Мои хорошие, все спрашивают адрес хайп-хостела. Я думал, вы в курсе. Ну, если вы не в курсе, записывайте прямо сейчас. Улица Пушкина, дом Колотушкина, квартира 105. Код домофона забыл. Боже мой, сколько бы зарабатывал бабок, если бы был риэлтором. Ребята, вы не представляете, мне в сообщение пришло столько запросов на съем жилья в хайп-хостел, что я просто охренел. Короче, это реально тема, можно позаработать на... Ой, какая красота тут, конечно, немыслимая. Жух. Илюш, привет! Привет, мой хорошенький, какое красивое солнце. Вау. Вау. Ребята, смотрите, обновляю, сижу, а тут 104-999. Класс вообще, да? Такие счастливые циферки, обожаю. Ребят, всем привет. Многие спрашивают, почему не было видео так давно. Могу сказать то, что у нас забрали камеру. Мы снимали на камеру Комкова, Дани, и с Лёшей всегда зависели от этой камеры. Сейчас камеры нет у нас, поэтому видео не выходит уже почти месяц. Сорян. Камера Дани Комкова снимает в охуенном крутом качестве. Если сейчас снимать на какой-то утюг или мыльницу для влогов, вы сразу охренеть как разочаруетесь в качестве, потому что качество будет как небо и земля. И я не хочу, чтобы были эти вот переходы. Я хочу, чтобы картинка была сочной, красивой, как в журнале, блять. Вы понимаете, вот открыл, полистал журнал, тебе нравится, как в XO Life, как у других охуенных блогеров, а не вот это вот говно, которое снимает мыльница. Поэтому, ребят, ждем лучше ничего. А, кстати, в XO Life нормальная, крутая картинка, и я могу сказать, что картинка должна быть сочная, красивая, блять, как в журнале, либо ее вообще не должно быть. Нет смысла снимать на утюг видео, если оно снимается на утюг. Боже мой, я мечтал об этом худи, блин, не знаю сколько, когда Катя приехала и привезла его, я просто офигел. И ребята из Край подогнали мне его, посмотрите, какой котик, здесь котик, это не смешно. Край, спасибо большое, вы самые лучшие, это моя мечта, просто, блин. Привет, ребята. Как думаете, куда я еду? Не догадались. К стоматологу. Зубы. Ребят, какой смысл бояться стоматолога, если вы даже не чувствуете, как делают укол? Это все сейчас происходит незаметно, и вообще стоматолога бояться, ну, вообще тупо, я считаю.
Ребята, единственное, чего я боюсь, это вот когда будут выдирать коренные зубы. Вот это реально боль, потому что мне говорили, что будут разрезать десну, вырывать вот так вот все, выковыривать. Моей бабушке раскрошили челюсть 40 лет назад, когда так делали. Я просто в ахуе, я переживаю, но сегодня этого не будет, слава. Ребят, короче, вышел я из клиники эстетической стоматологии, и я вообще просто в шоке. Вероника, конечно, та еще мудачка. Она не доделала то, что должна была сделать, и кое-что испортила. Поэтому будем лечить мои зубы, все по новой. Как же долго меня обманывали стоматологи. И сейчас я пришел к Александру, мне открыли глаза вообще на все, что происходит, как это нужно делать, как это делать правильно. И я думаю, Александр мне поможет привести наконец-то мои зубы в порядок, потому что с этим у меня реально проблемы, ребят. Ребята, зубы вообще абсолютно по-другому лечатся. Если вам, например, не скрывают зуб, который лечит всех других зубов, и не причищают это все песочком, значит, вам делают херово. И пломбы ставят херовые. И сейчас это все нужно исправлять и как-то... делать по-нормальному. Бать, ребята, сейчас такое просто напишу в следующей истории, смотрите немедленно. Привет. Можно сказать то, что сейчас занимаюсь одной обучающей программой, и мне нужна помощь тех, кто реально умеет это делать. Не просто написать реферат, а составить все это, систематизировать и сделать это нужно за один день. Если есть большие профессионалы, напишите мне в директ, поговорим. Привет, ребята, меня зовут Женя Светский, я нахожусь в хайп-хостеле, сверху живет Любка. Я хотел спросить, сдает ли кто-нибудь в Москве апартаменты, жилье, квартиры, студии? Вот сейчас это актуально. Ребят, ищу квартиру для себя и буду рад, если вы поможете мне. Может быть, ваши знакомые или родители, или родственники, братья, сестрички, кто угодно сдают квартиры в Москве, и вы можете мне помочь, блять, ребята. Пишите в директ. Кто поможет мне снять квартиру в Москве, тот молодец. Отблагодарю приятными бонусами и вообще не только бонусами. Просто отблагодарю. Не могу платить риэлторам, потому что у меня просто нет бабок. Вот и все.